Сегодня съемочная группа телеканала «Регион-29» в гостях у воспитанников военно-спортивного лагеря «Архангел». На острове Краснофлотский сейчас первая смена. Начальная военная, строевая и огневая подготовка. Каждый день и в дождь, и в слякоть. Здесь с ребятами занимаются педагоги центра «Архангел». А живут воспитанники вот в таких палатках. В общем, здесь кипит жизнь настоящего бойца. Взвод, подъем! Оборонно-спортивный лагерь палаточного типа «Архангел». Отдых для мальчишек с пользой для силы и духа. Строевая и спортивная подготовка, изучение оружия и стрельба, полоса препятствий, занятия на трициклах, опытные инструкторы и преподаватели. «Архангел». Звоните 295-208. Количество мест ограничено. Мы решили, что отвлечься от распорядка и поговорить с нами ребята будут не прочь. Тем более речь пойдет об обстановке в мире. Какие у нас отношения с другими странами? Наполовину. Это что значит? Ну, с некоторыми дружим, а с некоторыми нет. Ее много кто боится. Например? Например, Североатлантический союз НАТО был создан именно из-за того, что многие страны боялись России и хотели как-то защитить себя от нее. А с какими мы дружим? С Египтом, с Турцией. А, например, с какими мы не дружим? С Америкой. Сирия. Так. А с Америкой дружим? Так, чуть-чуть. А почему мы с ними не дружим? Потому что они считают нас агрессорами. А мы кем их считаем? Тоже агрессорами. Они все думают, что Россия там, она плохая, ей нельзя верить. А на самом деле Россия хорошая. Пытаемся наладить контакт с Америкой. А почему ты думаешь, мы можем с ними не дружить? Потому что по телевизору там разные эти показывали, что еще на Путина что-то там, Трамп. Я знаю, что это президент Америки, и он свой пост начал сдавать после Барака Обамы. Принял, да? Да. Ты говоришь, сильная, да, военная, да, эта держава у нас? А как ты понимаешь? То есть что у нас есть такого? У нас сильно развитые ракетные войска, пехота, вооружение у нас хорошее, танки новые, броня. Армии и подводными силами. У нас крепкий дух. У нас есть сильные люди. Они... Некоторые даже бесстрашные, которые могут отдать свою жизнь ради спасения Родины. Почему не могут страны подружиться взять? Не знаю, боятся друг друга из-за огромности. Может, жадные кто-то, хотят больше территории себе. Им завидно, что у нас такие огромные земли. Ты знаешь, что такое ядерное оружие? Да, это ракеты. Но это вот страшно или нет? Страшно. Это оружие, созданное Америкой и использованное... Первый раз в последние годы Великой Отечественной войны в Хиросиме и Нагасаки, в Японии. Почему вот ядерное оружие – это самое страшное оружие на планете? У него самая большая дальность поражения. Может мир во всем мире быть? Конечно, да. А как вот этого добиться? Ну, надо, чтобы не было не было... плохих людей, которые хотят убивать. Ну, вот как говорят, хочешь мира, готовься к войне, да? Думаю, что надо показать, что мы сильные, и надо к нам присоединиться. Вот видите, мир во всем мире – это возможно и даже вполне осуществимо. Нужно только побольше прислушиваться к советам юных экспертов. Мы плохого не посоветуем. Новая программа уже на следующей неделе. У вас подрастает настоящий защитник? Тогда записывайте его в оборонно-спортивный лагерь «Архангел». Тем более, что набор уже подходит к концу. Справки по телефону 29 52 08.